Всем привет, меня зовут МжиРамон, и добро пожаловать в дальнейшее прохождение Diversity 2! Мы с вами попали в оранжевое измерение и теперь готовы наваливать, потому что нам дали оружие. Ей! А еще здесь есть Альпайни и Мрак. Да, да. Чего вот это каждый раз? Вот как будто, знаешь, как будто у зрителей амнезия. Вот ей-богу, от серии к серии такие все забывают, кто с кем играет. Сюда можно, кстати, выйти. Ай! Да, ну, в общем, у него огненный меч, я... Да, вот, как бы подожди, а где стоял? Стоп, я не понял. Я тебе все отдавал. Вот они, я просто тут... Ну, пойдемте. Слушайте, я... Вот, все. Мы зашли вот тут. Здесь есть броня, Мрак, иди бери броньку, а я возьму Bottle of Enchanting, если вы не против. А где я? Так. А, вот здесь вот. Да, вот еще броня. У нас тут, что это? Аква. Я специальная вот броня для того, чтобы под водой дольше находиться. Blade of Orange, Sharpness и этот самый Fire Aspect. Короче, итак, друзья, в каждой комнате нам предстоит какое-то одно конкретное испытание. Вот что будет сейчас. Да, еще бы еды маленько бы. Вот. Давайте поэтому далеко не убегать и сразу вперед куда-то нестись, а каждую комнату скрупулезно изучать. Спавнер мы вот никак поломать не можем. Лук еще один. У меня есть лазурит, если кто-то задумается над энчантом, я отдам. Да, у меня тоже 5 штук есть. У меня 6 есть. Слушайте, это еда есть у кого-нибудь? Это мне вот эти картошки, которые мне Рамон скинул, мне не хватило. Есть, иди сюда, я тебе дам. Давай. Что-то ты запас, я смотрю прям. О, спасибо. У аквабронька оставляем. Макс Хелса надает, ничего себе. Кому надо, типа, на энчант, я не знаю, 10-11? Она уже я понял. У меня просто уже зачарено все. Ну, броню есть только чарить, фиг его знает. Ну, смотрим. О, стрелы забери, Мрак. Под стойкой. Под так. Стойкой вот этой вот, где я стоял. Сейчас. Ай-яй-яй. Тут спаунер где-то, да. Так, я на верхушку поднимусь, может быть там что-то есть. Ну, давай. Тут, кстати, вон там спаунер есть. Угу. Ну мы их не разобьем все равно никак. Теперь мы в каждой башне должны снова перемещаться и гулять. И искать здесь что-то, что нам нужно. А что нам нужно? А книжечек не было, да? Здесь никаких. Кроме шерсти, что нам нужно? Да. А эссенции здесь есть, понимаешь, в чем еще дело? А, там Orange Essence, типа вот это, да? О, у меня есть Unbreaking кирка, 2 штуки на Unbreaking 10. Ну, он сканер, ломай тогда. А если даст... хотя я должен дать возможность сломать. Давайте я вам даже дам одну кому-то. Ну, давай, мне или Рамону. Иди сюда. Сюда это куда? Сюда подошел. Не-не, где? Лови. Спасибо. Вот, сейчас буду... Ей, кстати, можно бить этих мобов. Она 5 урона как меч наносит. Не знаю, взобрался я на самый верх, ребят, но тут пустой сундук. И все. Да. А смысл тогда взбираться было на вершину? Блин. Ну. Так я ж забрал на вершине кирки 2. А, так и что, я же не знал, где ты это забрал. Нет, я слышал, что ты нашел, а где нашел, я не знал. Так, спавнер, сломать спавнер. Да, можно ломать Да, можно ломать спавнеры, отлично. То можно тогда подняться наверх туда и сломать верхний спавнер. Да наплевать на них, господи. Ну, так они будут падать оттуда. Ну окей, сейчас поднимусь, сломаю. Я уже. А, ну давай. Все. Окей, а золотой блок... Что-то мне говорит о том, что, возможно, как-то с ним придется взаимодействовать. А уши-то чуть не умер, оказывается. Там уже нас ждут. У меня есть ключ. Отойдите, я сейчас открою дверцу. Давай. Ключ. Все, этот готов. Ой. Блин, случайно задел. Блин, не умри только. А инвентарь? Инвентарь нам весь очистили, да. Подожди, не опять загадка с... А нет, тут уже ничего не работает. Я тут собираюсь... В сундуках, да, факелы, тут много всего. Поушены всякие. Torch can be placed on stained clay и sand. То есть на глину и на песок. Это ключ еще не нашел, да?
А, прикиньте, какой ставлю. Троллинг, да? Зелье яда, которое можешь выпить только ты. Я, в общем, я что, как будто факел. Вернулся в начало 2000-х и почувствовал себя автором. Так, ну, наверное. Ну, клацай. Да хочу. А, они не работают. Ключ какой-то. Подожди, ты говоришь, ты нашел, что что-то можно так куда-то установить. Так я же ключом открыл вам дверь. Не, мрак находил же что-то. Я нашел факелы, которые можно ставить на факелы. Песок, да, и на, ну, то есть вот я один поставил. Ну, значит, ищем ключи от этой двери теперь. Угу. Причем самый прикол, их ты поставил, а обратно их уже сбить нельзя. Угу. Угу. О, я собираю еще факелы. Bottle of Enchanting и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, у меня три, испугался. два с половиной сердечка. Все, вы там сражаетесь, да? Да-да-да-да-да. Там надо это, спавнер сломать, а я пока яблочком перекушу. Чё-то я многовато бутылок с водой не собираю. Давай, отвлекай их, а я туда ворвусь. Так куда ж ты бежишь? Вот, зато и спавнер сломал. Я попал по тебе мечом. Ба! Сломал спавнер, да? Сломал спавнер. А инвентарь сохраняется, так что мне пофигу. И зато я могу теперь зачантиться, по идее. Ну-ка, дайте-ка я броню как на что-нибудь чентану тут. Железный меч can be enchanted. Отлично. Ну, хотя бы на одну. Я протекшн один себе начарил, но это так это. Я вот не знаю, зачем нам столько поушенов здесь дают. Это просто жесть какая-то. Очень много. Слишком много. Ну ладно. Надо ключ. Не находили еще ключ? Да ёпта. Так, тут не пройти. Я просто тут... Страх. Книжка под названием «Страх». Сейчас узнаем. Итак. Я выбрал не то измерение. Я выбрал оранжевое измерение, потому что я профессор Оранж. Я думал, подходит. Отличный ученый вообще просто. Как будто зашел одежду себе выбирать куда-то в магазин. Но я забыл, что каждое измерение... каждое измерение оттенка также отражает некоторые эмоции. Эмоции, которые были, есть и будут. Голубой — это печаль. Зеленое это uneasiness. Фиг знает, что такое uneasiness. Красное это гнев. Я выбрал самый худший из них. Оранжевый это страх. Итак, здесь, поэтому здесь есть скелеты и clinging to the fragile windows, которые смотрят на тебя сквозь хрупкие стекла. Может быть, это намек, может быть, стекла можно как-то поломать. А киркой? Ну, yeah. Не, нельзя, да? Они сделали из цельного концентрированного страха. Мое путешествие, возможно, расстроило цветовой баланс в том числе. Есть зеленые существа, которые довольно нестабильны в этом окружении, так же, как и объекты из водного измерения. Это нехорошо. Если вещи будут деградировать... Я планирую убежать на вершину пятой башни. Пятой. Оказывается, есть пятая башня. И продолжить мои эксперименты. Кто знает, возможно, я смогу выбраться из этой ситуации в живым. Вот так. Есть пятая башня. Ну. Ой, невидимки! Не, это мне уже не нравится. Невидимки это уже не звучит так весело, как... Как? Ну, о, тут всего скелет! Одна. Я не знаю. Аквабол тут еще. Вот у меня. Невидимки. А, ну вот, да, тут с тяпкой бегал. И уже все, добегался. О, рыбка жареная, если что. Ну, берите, пока. О, рестоун опять, ребята. Сет. 10% скорости. Каждая шмотка дает. А, ну тут все закрыто, здесь это просто... Видимо, остатки. Так, пятая башня. Пятая башня у нас это не центральный случай, не? Ну, скорее всего, она будет в центре, но как до нее добраться? О, криперы! Там крипер, осторожно, враг. Я зашел в ту же самую нычку. Я зашел в ту же самую нычку и достал оттуда меч на 20% скорости бега.
Нормально. А тут Glass Cannon Cap. Торнс. Ну, короче, я ты будешь... Я возьму. Он... Это чтобы об тебя убивались, ну что да, ли? Ты будешь нехило отражать урон. А я возьму даже. Есть что-то на верхушке? Не смотрели? Крипер! Твою уж ты налево. Не, я еще не взбирался наверх, здесь много лута всякого вкусненького. Так, я пойду пока схожу. Еще смотрим. Зачарованный лук, аквабоу. Ай! Ну, фу. Короче, здесь криперы. В общем, я это... сейчас сломаю, все сломал спавнер, нету больше криперов. Окей. Okay. Так, и здесь у нас, сейчас посмотрим, что. Господи, сколько здесь... Тут две кирки еще такие же на Unbreaking. Во, рычаг. Отлично. Окей. Там есть... О, я нашел три ключа. А я нашел еще один. Четыре у нас теперь суммарно. И отлично. Еды нашел. Угу. Только давайте как-то будем... Вы запоминаете наш путь следования? Ну, я примерно помню. Нет. Потому что мы так запутаемся очень быстро, если не будем думать, куда мы идем. А факелов еще тут много предлагается взять. Ну. И броню, которую можно зачаровать. О, подожди, а почему у меня 4 сердца осталось? Я что-то не понял. Ну, ты типа Glass Cannon. А, это из-за этого? Ну окей. Тогда я верну себя обратно. А, можете сейчас ко мне подойти? Я как раз нашел комнаты, которые ключами открываются. А где ты? Я просто что-то вот... Я как раз в той комнате, где кинотеатр был. Угу. А слушайте, а тут секрет остался, окей. Я туда уже забрал все. Рамон... Да-да-да, тут Feather Fallen, туники всякие, луки. Тут в сундуках лута просто немерено. Potion of Healing тут есть, если что, если тебе нужно. Ладно. Я пытаюсь к вам выйти. Вот только куда? Я тебя только что видел, мог бы... А, вот. Эй, иди-ти-ти-ти! Так, а где этот самый дверь-то, который ты сказал? Идите сюда, идите. Да их тут несколько, да, их тут много. Ну? Вот. Да я открою ее. Ну окей. Заходим. Убиваем удачи. Всех. Да-да-да. Ой-о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 й
Фанни, ты их там киркой, что ли, валишь? Да. А у него там шарпнес какой-то, что ли? Кирка бьет как меч деревянный тот с шарпнесом. А, да? Все, этот мертв. Все, здесь ничего нет. Оу, шит! Оу, шит! Там гвардианы! В туалете гвардианы! Твою мать, я только что иллюзию поймал вот эту, знаете, когда типа, если он на тебя смотрит. Да-да-да. О, опять! Угу. Блин, жесть. А... Это я нажал на кнопку. Да, вон он в той комнате, он в той... Так, я лучше отвернусь, а то он сейчас будет кастовать свои заклинания. Блин, ребята, кто насылает на меня эти иллюзии? Перестаньте. Это я, простите. Все ее видят, да, что ли, эту иллюзию? Да. Да блин, опять на ее. Блин, иллюзия, я понял все. Это чисто троллинг такой хороший был. Так, ну вот еще одна дверь, а закрытая. Сейчас, дайте открывай. Дыщ. Рамона, подожди. Я спавнер ломать. Вот, все. Вот, мы сюда. Крипер. Шарпнис, фаер, респект. Что у нас здесь? Что это такое? О, выход на улицу, Выход на улицу. Так, ладно, значит мы... Пятая башня. О, тут книжечка, кстати. Чекпоинт, говорят нам. Нет, там написано, как... Да, чекпоинт, а там написано как раз вроде как пятая башня, книжечка. Вещи начинают становиться все хуже и хуже, и даже быстрее, чем я ожидал. Они пришли с крыши, время мне отсюда убегать. Пятая башня не находится в реальном мире. Запомни, что пространственный спектр, это как массивное зеркало огромное. У нее могут быть царапины и отличия от реальности. Это беспокоит меня, тем не менее. Различие этого измерения кажется premeditated. Вот. Я знаю, куда нам идти. Я не знаю, как это переводится. Приходится догадываться, что это часть целого заговора страха. Может быть, так это все это можно перевести. Не о чем беспокоиться. У меня есть все, что нужно, кроме оранжевой эссенции. Уборщик. Эй, I'm fine.
А спокойно. Кто подобрал оранжевую эссенцию? Она там была, кстати. Я этом... подобрал. А, у меня 5 сердец, поэтому да, ты можешь продолжать стрелять меня. Может быть, я выживу. А, оранжевая эссенция у нас есть, да? Да, да, да. Да. А, хорошо. Но нам сюда надо подниматься. Если ты читаешь это, а я думаю, что... Ну, короче, я думаю, что ты читаешь. Пожалуйста, принеси мне оранжевые эссенции, чтобы мы могли вдвоем выбраться из этого ада. Я буду ждать тебя на вершине центральной башни удачи. Погнали. Вот и идем на вершину, сюда по лестнице. Тут везде ребятки стоят. Эй, ну не надо, не надо. Так вот. Я же уже сражался. Ну что, по левой руке пойдем? Да ё-моё, Анфань, я сейчас тебя так убью вообще. Давайте кто-нибудь вперед и... Ну я вот иду впереди, да, здесь нельзя пройти. У меня есть факелы, кстати, могу помещать. Да у меня тоже есть, давайте вот где мы были. Но их удалить нельзя, к сожалению. Да. Ну это, в принципе, нам и не надо. Мы же... Так. А, я вас нашел. Привет! Чё? Я испугался мрака. Да, я страшный, я знаю. Вот комната, кстати, какая-то. Вон мы почти к башне пришли. Блин! Знаете, где я? Нет. В доме. Выходи, мы ждем тебя. В доме. Рамон вечно прохлаждается. Да-да-да. Вообще. Я сделал такой прыжок невероятный и оказался не там, где хотел. Назовем это так. Вот я вижу вход на второй ярус. На третий уже, получается. Ну давай. Я проделал невероятный прыжок и, видимо, по факелам. Вот он его. Да. О, hello. Так, сейчас покушать надо. Чекпоинт! Оу, шит! Оу, шит! Так, значит, мы идем правильно. Подождите, я тут сражаюсь еще с тремя сердечками. Давай. Не, ну, если умру, появлюсь на чекпоинте, в принципе. А, да. Было тебе, бы, кстати, проще, можно... наверное, сдохнуть. Инвентарь сохраняется, кстати, действительно, так что может, в принципе, умереть. У него отбрасывание, так что он бросается очень жестко. Все, я здесь. Упал. Кто здесь? Какой-то скелет с луком, да? Или что? О, я забрался на самый верх, и тут... Я хочу этот лук. А его нельзя забрать, да? Его только крутить можно. А, эссенцию сюда сбрасывать надо, вот в хоппер. В хоппер? Какую? Ну, я думаю, что оранжевую эссенцию. Оу, оранжевая шерсть. Держитесь за ваши шляпы! Отлично, прекрасно, замечательно. Во, все. Босс-файт теперь. Да, мы наконец-то прошли приключения. Угу. Прорашили. Офигеть, приключение долго не думая. Было интересное, согласитесь. Угу. Ну, если бы мы периодически останавливались и наслаждались окружающими видами, мне кажется, было бы чуть интереснее. Ну что, тогда я думаю, босс-файт в следующей серии уже увидят наши подписчики. Угу. Ты думаешь? Я думаю, что может быть и в следующей, да. Но как бы там не было 5 минут, знаешь, босс-файта и все. Кто знает. Окей. Значит, будет 5 минут босс-файта и 10 прощаний. Размышления и расцеловывания, да. Ну ладно, ребят, меня зовут Энджи Рамон. Пока. Прости, пожалуйста, я тут присмотрелся, у тебя такие сосочки здесь торчат, прикольные стрекушки. Нравится, да? Вообще, слушай. О боже, я пошел. Пока.